многие произведения, да, появляются, исчезают, но они есть. Они есть. Другое дело, что сейчас другие носители, что нам надо все быстрее, быстрее, быстрее. И когда целая страница идет его описаний, там, я не знаю, пейзажа или внутренних каких-то переживаний человека, для нынешнего времени кажется очень, это очень медленно. Но дышим-то мы. Человек вдыхает, как вдыхали в те времена. Глаза его на отражение, на сетчатке имеют. То есть по физиологии его он все равно тот же человек. И ускорить это нельзя. Шаг его все равно соразмерен с его возможностями. Но когда мы видим вот эту вот траву, которую в скоростном нынешнем ритме никогда не описать, а это уже описано у Пушкина, у Лермонтова, у Тургенева, Толстого, там, я не знаю, у кого, у Блока. И мне кажется, время Тургенева, оно вечно. Ну, пусть пока он будет не на первом плане на наших полках, но то, что он есть где-то там, это уже хорошо.